Приветствую, дорогие друзья! Только что мы отметили праздник физической культуры и спорта Украины. И по существу это был настоящий праздник для николаевцев, потому что они достигли огромных успехов на международной арене. Но вот сейчас пришел новый праздник, наш родной, потому что нашему городу исполняется 228 лет. Но он молодой. И к нему имеет прямое отношение спорт, потому что в его биографии писаны золотые строки нашими земляками, которые выступают успешно на международной арене, на европейских, мировых чемпионатах, на Олимпийских играх. И среди многих видов спорта мы представлены и гребля, и силовые виды, и технические виды, и, конечно, особое место там занимает королева спорта. И мы сегодня решили посвятить программу одному из самых престижных видов легкой атлетики – это прыжки в высоту, потому что здесь особый мир, свои отношения и особый авторитет. Поэтому не случайно у нас гости. Рядом со мной Валентин Валентинович Демидов, мастер спорта, тренер. Позже узнаете, кого он тренирует. И Анатолий Иванович Бугаев. Он часто бывает у нас в программах, потому что он является директором школы Олимпийского резерва по легкой атлетике. У нас очень интересно складывается отношение к прыжкам в высоту. Именно эти большой программе легкоатлетической прыжки в высоту завершают всегда программу и как становится венцом, потому что оно и зрелищно интересно, и в психологическом отношении. Но вот наш город почему-то стал, Валентин, в свое время центром, одним из центров, крупных центров по подготовке прыгунов в высоту. Почему? Вы знаете, в общем-то, традиции прыжков в высоту в Николае были заложены еще очень давно. Еще такие тренеры, как Николай Федотович Янько, Анатолий Степанович Ильин, готовили в свое время мастеров спорта по легкой атлетике. Но действительно, бум начался где-то с 90-х годов, когда в город приехал заслуженный тренер Украины Ковпак Игорь Данилович. Он как раз искал место работы, не сложилось в Донецке, и как раз в это время все так совпало, что приехала в город Николаев Инга Бабакова, тогда еще молодая совсем, очень малоизвестная спортсменка, но она из Ставрополя. Перспективная. Она прошла через нескольких тренеров российских, но села в Николаеве, вышла замуж за Сережу Бабакова, парусника, так и осталась. После этого сюда же подтянулся Сергеенко Юрий, прыгун, уже довольно известный, имел на тот момент 2 метра 34 сантиметра, и приехал сюда. Ну, вокруг этой группы Игорь Данилович создал довольно плотную спортивную группу очень хороших прыгунов. И Ира Михальченко здесь тренировалась, и Вита Степина достигла здесь самых своих высоких результатов. Ну, Валь, подожди, теперь вот сейчас перейдем. Анатолий Иванович, как вписались прыжки в высоту и этот центр в систему работы вашей детской спортивной школы, где очень много видов, в основном беговые, и вдруг центр, Игорь Данилович, авторитет, и он создал такое ядро, пригласил очень известных спортсменов, начал искать местные таланты. Да, большая заслуга в том, что прыжки в высоту стали основополагающим видом в легкой атлетике именно в Николаеве, потому что сюда, как сказал Валентин Валентинович, потянулись спортсмены, которые хотели достичь высоких результатов. И вот это вот фундамент, который он заложил, и продолжается сейчас. И теперь эти же ученики, которые были в Игоре Даниловиче, продолжают его традиции, вот, и выросли у нас тренера международного уровня, вот. Среди них Валентин Валентинович. Ой, я, кстати, напомню еще один эпизод, очень интересный, связанный с Юрием Сергеенко, который подхватил эстафету от КПК и стал заниматься Витой Степиной. Был эпизод, когда он в Гаване, в присутствии Фиделя Кастро, на центральном стадионе, встретился с чемпионом мира Сотомайором и победил. Расстроенный Фидель покинул трибуны. Надо же, в Гаване, в центре... Наш земляк Николаева, пожалуйста, опередил его. Потом он работал с Витой, но зато теперь у тебя интереснейшая работа. Ты подхватил очень интересную ученицу, потому что она прошла очень много ступеней. Речь идет об Оксане Окуневой, которая продолжает традиции Инги Бабаковой, чемпионки мира, призера Олимпийских игр, Виты Степиной, бронзового призера Олимпийских игр. И вот теперь у нас в центре внимания Окунева. Ее поймать в городе невозможно. И вот поэтому у нас будет сейчас видеокадр, вы увидите, как она выступает на разных соревнованиях. Валь, расскажи о ней, потому что она сейчас пришла к тому, что является членом сборной, чемпионкой страны и многих крупных соревнований. А сейчас недавно выиграла Всемирную универсиаду.
Ну, может, слово подхватило-то немножко такое оно, ну, не совсем соответствует. Продолжим. Анатолий Степанович Ильин, да, да, нашел Оксану и тренировал ее очень много лет, только лет 13, то есть он ее практически создал. Нашел и создал ту спортсменку, которую мы видим практически на данный момент. Но какой-то период, знаете, семьи расходятся, не то что тренер с учеником. Вот. Что-то видно, какие-то наступили отношения, когда они решили, что лучше расстаться. Валь, расскажи, вот это сейчас мы видим это Оксану. Это чемпионат Европы зимний 2017 года в Белграде. Оксана там заняла 4-е место. Шла до последней попытки Юлии Левченко на 3-м месте. Ну, в общем-то, это зимний сезон. Она на чемпионате Украины, она выиграла с большим запасом и повторила свой личный рекорд в закрытых помещениях. Ну, немножко не повезло, будем говорить, на высоте 194, потому что все высоты брала с первой попытки. Красивые, хорошие технические прыжки. Потом немножко что-то сбилось. Он подсказывает ей сейчас гостренер сборной команды Украины по легкой атлетике Вячеслав Григорьевич Тритышник. То есть меня не было там, и поэтому на себя обязанности взял Вячеслав Григорьевич. Кстати, вот Левченко вот на чемпионате мира в Лондоне сумела завоевать единственную среди украинской делегации серебряную награду. А наша Оксана там была 20-й, да? Да. Ну, понимаете, мы с ней начали работать с января месяца, считай, 8 месяцев работаем, и сразу же мы определили, что нужно изменить технику прыжка, потому что, ну, именно почему они разошлись с Анатолием Степановичем, что почувствовали, что есть определенный стопор, ну, в прыжке, то есть пошли несовпадения мнений, и поэтому пришлось. Мы сразу с ней определились, в общем-то, она и не сопротивлялась, она приняла те требования по технике, которые я и говорил, в общем-то, никаких разногласий нет. Единственное, что очень тяжело на серьезных соревнованиях следить ей, потому что при стрессовой ситуации возвращается, ну, движение, накатанное уже много лет, и прыжки срываются. Валентин, тут надо сказать о специфике работы тренеров в прыжковую высоту, потому что если бегуны, в основном за счет того, что физическая нагрузка, тренер может следить издали, как и все зрители. Здесь же идет конкретная работа со спортсменом, потому что надо подсказать, надо... И вообще какие-то прыжки очень интересно пережили. Сначала были простые, перекидные, перекат. И потом революция началась, когда с ног на голову перешли, флоп, и тогда пошли результаты и стали выпрыгивать за 2,5 метра. Ну, это же фантастика. Вот как шла тенденция работы тренера, потому что здесь специфика, контакт, психологическая, физическая подготовка. Ну, понимаете, вообще вся легкая атлетика пережила большие изменения в связи с тем, что изменились покрытия, появились синтетические покрытия, появились современные спортивная обувь современная появилась. Раньше-то прыгали на песок, падали, да? Песок, так, еще Брумель, да. 2.28 установил мировой рекорд перекидным, прыгав в песок. Ой, мы помним, как он там прыгали. Бедный, с 2 метров падать, а? 63-64 год, да, 2.28, это не 2 метра, да. Это очень серьезно было. Ну, да. У тебя 2 метра, ты же прыгал так. Ну, но я же уже на поролон прыгал. Я прыгал, правда, перекидным, но тоже на поролон уже. Кстати, сейчас у Ильина тренировался Степанович. Анатолий Иванович, у нас сложилась очень интересная система в легкой атлетике. Сложилось только династий, и вот одна из них, вот, рождена Валентин Валентинович. Расскажи о них, потому что и Добровольская, и другие. Ну, Валентин Валентинович, видите, скромный он человек. Очень. И, да, он подготовил целую династию прыгунов в высоту. Это его две дочери. И Аня прыгала в длину и тройным, и участница Олимпийских игр. Лена также мастер спорта международного класса, участница чемпионата мира. Ну, Валентин Валентинович может более подробно рассказать о деталях, вот, и о результатах своих. И ученики те же, Тома Бирюк, Артур Колесник, это члены сборной команды и такого же международного уровня, выступали на международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, на молодежных первенствах международных и добивались неплохих результатов. Просто мы вот сейчас говорим о успехах Оксаны Окунев, а целая плеяда молодых и талантливых спортсменов прошли школу Валентина Валентиновича и наших тренеров, которые
работает в нашей школе. И еще вот я бы хотел остановиться на таком моменте. Вы знаете, что есть такой рейтинг в теннисе, в шахматах, международный, когда определяют рейтинг спортсмена. Так вот, Украина по прыжкам в высоту в мировом рейтинге на первом месте вот, по прыжкам в высоту. Это получается, что национальный вид спорта в Украине — прыжки в высоту. Как среди мужчин и женщин, мы на первом месте. За нами идут американцы, потом там другие страны. Теперь вы поняли, не случайно у нас сегодня программа посвящена именно этому, одному из самых престижных видов. Валентин Валентинович, с чем связано, что королева обуздала вашу всю семью? Буквально все связаны с легкой атлетикой. Вся семья. Почему? Ну, на то она и королева, наверное. А вы принцесса и принц, или там пажа? Да. Ну, сложилось так. Сам я не добился высоких результатов спортивных, но и супруга не сильно, тоже была спортсменка, прыгунья в высоту, Ирина. Да все вы там прыгучие. Ну, прыгучие не настолько. Дети пошли гораздо дальше, добились неплохих, очень неплохих результатов. Аня еще в свое время, она заканчивала магистратуру в американском университете, и в 2012 году перед Олимпиадой она выиграла NCAA. Это чемпионат Соединенных Штатов среди студентов. Там для них это выше, чем уровень чемпионата мира. Даже рекордсменка NCAA была, и потом приехала отбираться сюда, на Украину, отобралась на Олимпийские игры 2012 года. Ну так, сейчас они обе с моими внучками. Будущими прыгунями. Тоже запрыгали. Да, у Лены внучка и внук у меня. И у Ани, вот сейчас она 2 месяца была у нас, внучка маленькая. Что-то девчонок много. Валентин Тимович, давайте вспомним Всемирную универсиаду. Все-таки это успех, когда она стала победительницей среди всех студентов мира. А там было стран множество и конкуренция, и тут она была лучшей. 98, да? 97. Ну, там второй результат 191. Да. Об этом эпизоде интересно. Понимаете, такой неоднозначный получился сезон. Она летний сезон хорошо начала. В конце мая прыгнула на выезде в Греции 195, 194 выиграла командный чемпионат, 197 чемпионат Украины. А потом получилась пауза, ну, довольно большое количество стартов выездных было. И, то есть, не смогли полностью контролировать процесс. Чем хорош, кроме того, что первое место всегда приятно, даже если бы она выиграла с результатом 191, это было бы приятно, но результат хороший в конце сезона показывает о том, что мы на правильном пути, 197, что мы можем держать форму на протяжении 3 месяцев, то есть методика построена, ну, тренировок и соревновательного сезона, в общем-то, правильно. Единственный серьезный пробой – это чемпионат мира. Очень серьезный пробой, но я же говорю, как только начинается, как она зажимается, как говорят спортсмены, то есть начинается сразу вылезать старые грехи. Как она прыгает раскованно, может себя контролировать, и очень высокие прыжки. Ну, пару слов надо сказать о ее тренере или не, потому что сам Анатолий Степанович является чемпионом мира среди ветеранов. Он по-прежнему продолжает прыгать, несмотря на возраст. Но вот сейчас вот, ну, продолжает Оксана работать, продолжает тренировать. Ну, такое дело. Надо сказать, что спецификой прыжков в высоту является то, что она очень зрительная, зрелищная, эмоциональная. И вот тут на первом месте психология, потому что здесь театр одного актера. Если бегуны, там их по несколько человек, или 8 дорожек, или 20, или 30, 40 человек, то здесь один на один. Вот как относится, как воспринять этот человека, который вступает перед планкой один на один, и высота, которая считается сантиметр, миллиметры? Да. Просто я давно говорил, что прыжки, вертикальные прыжки, это прыжки шестом, и прыжки в высоту – это особые виды, потому что человек прыгает дважды. Он должен перепрыгнуть высоту сначала, когда эту высоту объявили, то есть он ее должен в голове перепрыгнуть. Ну, поставили там, допустим, 197 сантиметров. Человек должен сначала психологически ее перепрыгнуть в голове, а потом уже разбежаться и преодолеть эту планку. То есть если прыгун в длину там, или толкатель ядра, он толкнул ядро или прыгнул в длину, сколько он прыгнул, ему объявили. То есть заранее он не знает. А тут специфика. А тут специфика, да. Ну, все виды спорта
зависит от психики. И на 90% скорость на силовых видах, я считаю, что результат зависит от состояния психики, то есть от управления, от головы своей. Это на первом месте. Тут Валентин Владимирович заметил очень важную вещь. С 2000 года в программу Олимпийских игр вошли женские прыжки с шестом. Поэтому, Анатолий Иванович, у нас же такой фанат рядом с вами, уникальный, который работает с девчонками и делает невероятные вещи. Он контачит с Бубкой самим. Тот дарит шесты нашим девочкам для того, чтобы они преуспевали. Вот что творится в этом деле, потому что вы здесь тоже на рубеже очень важном. Ну, у нас и вот один из видов, которые популярны, это прыжки с шестом, которые у нас культивируются в школе. И мы стараемся привлечь как больше молодежи для этих прыжков. И для этого мы и проводим такие соревнования, которые называются «Звездный разбег» и «Мемориал Ковпака». Это очень зрелищные соревнования, и дети смотрят на эти соревнования, смотрят на этих звезд. Вот сейчас мы проводим олимпийские уроки в школах, по две школы в день. И наши ведущие спортсмены общаются с детьми, показывают им свои награды, рассказывают, как можно достичь, что они были точно такими же детьми, а сейчас вот выросли в таких звезд. И это примечательно то, что вот в Николаеве есть такие звезды, за рубежом они пользуются бешеной популярностью. А у нас вот наш менталитет, мы еще не привыкли. Рядом ходим с Витой Степиной, которая на 4 Олимпийских играх принимала участие и бронзовый призер Олимпийских игр. И у нас это как буденное. А за границей это пользуется очень большим авторитетом, все берут автограф, и детям приятно пообщаться с такой звездой, получить какой-то подарок. Вот Инга Бабакова рассказывала в свое время, что за рубежом и носят на руках. Они знают весь мир. Приезжает Николаев, узнает только там, вот как Олю Харлан по машине, так и то же самое Инга Бабакова. То мы, наверное, виноваты, хотя стараемся каждый раз рассказывать. На протяжении многих лет мы показываем, но все-таки где-то надо создавать таких кумиров, потому что от них зависит очень многое, престиж нашего города. Кстати, да? Богдан Бондаренко буквально на днях говорил, с ним было интервью большое после чемпионата мира, и он говорил, что даже такая величина, как Богдан, в родном городе, в Харькове, его, говорит, если меня узнавали 3-4 раза, то это еще хорошо, говорит. А так никаких эмоций. Хотя рядом человек, который 2 метра 42 сантиметра, то есть это выдающийся. Да, и, кстати, Богдан Бондаренко вот у нас в Николаеве на мемориале Ковпака выполнил норматив, году, да. Олимпийские нормативы, поехал на Олимпийские игры. Так что Николаев дал ему старт. Анатолий Иванович, а чем связано, что вот мемориал Ковпака собирает таких звезд? Хотя у нас зрителей собирается мало. Это если бы Запад был, да, или Восток какой-то, да, далекий, были бы тысячи зрителей, было бы такое вдохновение. И спортсмены это чувствовали. Но когда сидят на трибуне 23 человека, нет, 24, то как воспринимать, а? Ну, видите, у нас такой менталитет народа. Мы приглашаем, зазываем. И это очень зрелищно, очень интересно. Ну вот менталитет народа такой, что прийти, посмотреть, это не надо платить билеты. Вот вы видели чемпионат мира в Англии, да? Ой, ну это сколько же тысяч на стадионе сидит, присутствует. 82 тысячи. Да. Стадион? Я это видел так, вживую. Да, вот Валентин Валентинович там был участником. По 60, по 70 фунтов билет, утренняя программа, ни одного финала нет, ни одного. То есть предварительные забеги, все. Стадион забит до отказа, бежит англичанин, там, я не говорю, там в лидерах бежит, а бежит 10-й, там, 11-й, мимо пробегает, народ поднимается, хлопает, национальный волну престиж, пускает. Да. Ну, знаете, был просто поражен. Как они находят отдушину вот в спорте, да, в футболе, в легкой атлетике? И в самом деле, вот сектор прыжков в высоту собирается только много. А с чем связано вот то, что Юрий Строин, который энтузиаст прыжков в шестом, вышел от стадиона и решил показать себя на площади, центральной площади города Николаева. Вот расскажи об этих шоу. Ну вот, мы и проводим такие, как «Звездный разбег», «Мемориал Ковпака» и много других соревнований для того, чтобы, когда зритель не идет к нам, мы идем к зрителю, для того, чтобы показать, что, смотрите, какое это красочное. Был такой момент, когда мы проводили в 2010 году вечером, и
Люди йдуть по Соборной улице, а мы прыгаем на Соборной площади, ну, да. И высота 5,50, и парень прыгает 5,50, и не видно, что подиум стоит, а видно, как он над деревьями взлетает, и люди были шокированы, что, вот смотрите, человек аж выше этих деревьев взлетает. Это очень зрелищно, а когда ты стоишь рядом, и возле тебя на такой высоте прыгает, или у нас на стадионе, когда за 190 девочки прыгают, она стоит, и планка, или судья стоит, а выше судьи эта планка, это очень зрелищно, а техника исполнения, сам накал страстей. Соревнования интересные, но вот культура наша, культура спорта, менталитет вот не позволяют нам еще приобщить вот людей к этой зрительской аудитории. Дело в том, что если взять популярный вид спорта – футбол, вы знаете, высота ворот каких? 2 метра 42 сантиметра. То есть легкоатлет преодолевает, перепрыгивает, некоторые головой не достанут наши футболисты или вратарь даже не достанет. Валя, вот у нас сегодня есть возможность поговорить об Оксане, и вот сейчас мы снова увидим какие-то фрагменты ее. Чем она может еще показать, чем проявить? Какой у нее характер для того, что мы сегодня вот хотели ее пригласить, а она опять улетела? Как стрекоза какая-то, тот сектор прилетел. Она прилетела и стала чемпионкой. Она выиграла международный турнир в составе сборной Украины, Деконейшн. Там, да. Ну, такой. Она должна была сидеть вот здесь рядышком, ну, да. Улетела. Ну, так. Валь, вот ее характер, какие возможности у нее, насколько она трудна в общении, как она со спортсменами и куда она может еще допрыгнуть? Ну, Оксана, я знаю ее очень давно, еще когда она совсем девочкой была. Это очень да открытый, я помню вообще коротышка. Очень открытый человек, веселый, добрый. То есть чисто человеческие качества, ну, просто великолепные. Она в общении легко, с ней работать легко. Она очень вдумчивый человек. Она просто так на веру не принимает, ей надо объяснить. Но если объяснил, она поверила, то да, она работает уже. Вот она поняла сейчас ошибку свою? Да, ну там ошибка была чисто технического характера. Она и университет с отличием окончила, с красным дипломом. Но она и участвовала сейчас как аспирантка кораблестроительного нашего. Ну, я считаю, что она может прыгать, и выше может прыгать, и есть у нас мечта. Мы с ней определились и будем работать. Этот год, будем говорить, первый блин комом не стал, как говорится. Будем надеяться, появится уверенность в тренировочных прыжках. Ну, я думаю, что будет и на крупных соревнованиях тоже хорошие результаты. Антон Леонович, что делать для того, чтобы была смена достойная? Потому что у нас есть лестница Бабакова, Степина, Чумаченко, Оксана Окунева. Кто впереди? Как находить таланты для того, чтобы центр продолжал работать, чтобы была интересная работа и Валентина Валентиновича? Но у нас есть, в каждой возрастной категории есть молодые перспективные ребята, которые заявили о себе уже на чемпионатах Украины, были вот в этом году призерами. Это вот начиная с 12 лет и до 18 лет. И в Анатолии Степановиче, и Марине Николаевне, и Чумаченко есть, и Валентин Валентинович. Но у каждого тренера есть свои такие вот талантливые дети, на которых мы надеемся, что это будут вырастут в больших спортсменов. Это не только в прыжках, но так во всех видах. Вы знаете, что у нас появился спринтер, это Александр Соколов, который участвовал в этом году на чемпионате мира среди молодежи, среди юниоров он выступал, был вторым на чемпионате Украины в беге на 100 метров среди взрослых. И вот такие талантливые дети появляются, и мы надеемся, что школа дальше будет продолжать, и мы надеемся, что улучшится наша спортивная база, стадион в Парке Победы тренировочный, наш стадион проводится реконструкция. Надеемся, что база будет одна из лучших на Украине, и те традиции, которые заложил Игорь Данилович Ковпак, мы наши тренеры будут продолжать и дальше. Вы понимаете, не случайно сегодня день города нашего
годовщину его, мы расскажем об одном из самых престижных видов спорта легкой атлетики – прыжки в высоту. И поэтому вот достойно его представляют Валентин Валентинович Демидов, Анатолий Иванович Бугаев, представители легкой атлетики, королевы спорта. Мы надеемся на новые встречи, на новые успехи. А когда будете слышать об Оксане Окуновой, вы ее сегодня видели, и мы надеемся на ее новые высоты. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо.